Привет, друзья! Сегодня для Nikon D700 мы сделаем крышку с отверстием. Объясняю, вам необходимо будет взять штангенциркулю. Это просто. Замеряем 58-44, делим на 2. После того, как зажали вот эту часть, можно при помощи губок разметочных сделать несколько чиркотин. Полученной точки пересечения. Вот сверло 0,97, можно использовать 1 мм, можно 1,5. Ну, единичка, в принципе, норм. Итог вот такой. У нас получилось отверстие. Мы отсюда убрали пыль. И теперь можно, в принципе, взять белый листок и сделать фото. Итак, вот что получилось. Включаем. Здесь получилась картинка, на которой, в принципе, мы можем увидеть наличие загрязнений. Если таковые присутствуют. И таковые присутствуют. При помощи такого отверстия мы сможем оценить в целом загрязнение на матрице. И так как мы имеем отверстие довольно маленькое, расстояние довольно близкое, то у нас появляется на картинке боке. Вот такие крышечки мы вообще думали изначально класть в наборы Digital Shaman для чистки сенсоров. Однако для каждого пользователя будет своя крышка. И получается, какие набирать наборы партиями, партии Nikon или партии Canon, а потом путаница. Проще, наверное, будет сделать сайт с конструктором, где будет уже конкретно человек подбирать себе набор и содержимое набора. Вот так, друзья.